Всем привет, ребят. Ну что, давно я вам не снимал вторую сторону доната. Давно мы не качали уже. Ну как давно, относительно пару дней. Я так не особо в битву замков играл. Сегодня неплохие акции на Англии. Ну, как обычно, в принципе, тут не бывает плохих акций. Как видите, вот такие вот плюшки за хрустальный сундук. Ратик тоже вроде неплохой, седьмые рунки, талантики. А, уже третий дают, а ну сейчас посмотрим. Я не смотрел. Убрали пятые, добавили третье. Ну, в принципе. И добавили мешки с огником. Давайте попробуем словить. Интересно посмотреть. Руна. Вот считайте, смотрите, за две попытки я словил, в принципе, девятую руну. Так, ну и такие плюшки. Это большой пак я забрал, плюс бонусом еще прилетело 150, ребят. Сразу 15 героев можно прокачать. На русском сервере это очень-очень долго надо ждать. Кучу всяких ништяков. Сундучки, питомцы, в общем, такое вот. Давайте, мне интересно посмотреть на пирата, посмотреть, за сколько мы словим мешочек огника. Так, это наша третья попытка, а вот и пятые дают тоже, нифига себе. Четвертая, пятая, шестая, ну карту дала, тоже в принципе неплохо. Плюшки просто супер падают. Я вам скажу так, карты не вытащите какую-то топовую плюшку, зато сможете получить кучу офигенных расходников, кулаки, ну и конечно же топовые карты героя третьи, ребят, это третьи карты героя, они реально самые крутые. Смотрите, они просто здесь сыпят. На русском сервере я играл, помню, когда-то там одна за 100-150к вытаскивалась. Здесь через раз они просто падают. Офигеть. Да, что-то мешки с огником, судя по всему, лучше всего падают на китайке. Да, в общем, не судьба. Ну, чары, карты, смены чар. Ну, вот осколки опять. Ну, два. Ну, в общем, вот так вот, ребят. Вот это кайф. Для без доната. Ладно, не буду я тратить. Все равно смысла нет. Видите, не падают они толком, как на китайке. На китайке я там за 50к 13 штук, по-моему, наловил. Так, открываем эти расходники. Такое чувство, что скоро будут увеличить либо таланты, либо скилл и левел питомца. Окей, поехали посмотрим, что там у нас еще интересно есть по акциям. И пооткрываем плюшки. Так, вот это вот дополнительный пак за то, что я купил большой. Мне дополнительно дали эссенции, 200-е коробки, 200к. Ну, в общем, вот так вот. Сундуки замка, 10 прайм рун и камни, и 50 дополнительно рун на прокачку на девятку. Так, это на активацию, Tower Gifts, это дополнительные. Поехали, открываем сундучки, посмотрим, что здесь падает. Ну, в общем, здесь падает Desk Knight, Dracos, 1200, Riant, Орк, Гарпия, опять Диск Найт, Пэт, Лео. Ну, такое себе. Так, Одер, Лаки, Флиппин, поехали. Поехали, пофлипаем, что делать.
В общем, плюшки реально топовые. Ребят, напоминаю, для тех, кто не знает насчет конкурсов, есть видосик, в ссылке под видосами я тоже закрепил конкурс, там все сказано, что, как, что надо делать, ежемесячный, еженедельный. Возможно, еще какие-то будут дополнительно. Переходите по ссылочке, смотрите, выполняйте условия, и будет вам счастье. Так, ну давай. Что-то интересное будет. Хотя что тут интересного может быть? На фигню взяли. Так, опять Леди Лео. Императорская кузница. Ну, поехали. Поехали, сольем Некроса, как обычно. Опчик. Конечно, вы не выиграли. Тут 99% ведь не выиграешь. Так, поехали. Яйца пооткрываем. Тоже интересно на это посмотреть. Что-то две попытки всего. Так, и покер-матчер. Посмотрим, что там у нас интересного есть. Пом-пом-пом-пом. Давайте сдали. Комбинация, в принципе, неплохая. Так. Валет. Валера. Да. Мало попыток, конечно, ну и тут они что-то намудрили. Раньше получше падало, а сейчас падает уже, к сожалению, не так. Так, пробуем. Три попытки. Туз. Семерка и... Не дало. Не дало, в общем, делаем вот так. Короче, они подхимичили после того, как открыли их секрет. Так, о, ничего себе, даже вот смотрите, вот на трату. Вы можете зайти туда. Даже вот сейчас можно, допустим, сравнить, что такое отсюда плюшки, да, посмотрите, там всякая хрень падает. Что такое плюшки с пиратой? Вот, явно разницу заметно. Ну, тут, конечно, героев немножко подтащили, отлично. Очень нужные мне герои. Так, а ну интересно, посмотрим, что там у меня делается по просветам. Там я уже начал Ронина вкачать. Дальше. Как видите, ресурсов надо нехило так. Не кисло, не кисло. Книжки нужны. Надо будет сейчас пооткрывать сундуки. Потому что у меня уже, как видите, не хватает, ребят, уже не хватает книг. Я как бы не особо заморачиваюсь над книгами, но все равно. Пока докачаю, надо еще тысяч, наверное, так с 10, а может и больше. Вроде намного, и, как видите, уходит по 150 книг где-то на прокачку. Ну, немало, в общем. 25, даже больше. Так вот только на 19 вытащить. 18, видите, да, что надо? Что творится? Да, намного больше надо. Так, хорошо, с этим разобрались. Поехали добьем немножко книжечек. У меня там есть сундучки, пооткрываем сейчас все. Так, это я оставляю, пока буду потом делать какие-то акции. Лаваника нам не нужна. Вот шестые. Но отсюда книг, как видите, не падает. Их пока трогать не будем. А вот с пятых падают неплохо книги. Поехали. Вот видите, 100, 200. Еще можно будет одного героя качнуть. Так, это третье мы вытащили. В принципе, если без доната так выпадет, это, конечно, реально круто будет. Так, рунки. Где там мои сундуки? Так, тут не падает, тут синие кристаллы падают, а вот тут вот падает по 10 книг. А, также здесь, как видите, падают рунки, в принципе, тоже нужны. Ну и расходники остальные, поехали. Посмотрим, что там у нас по книгам получится сейчас. Десятка, ну я думаю, очень мало. Ну и плюс вторые карты падают неплохо.
Ну, в основном, как видите, руны. Ну, хотя коробки тут все падает. То есть это такие сундучки неплохие, скажем так. А любые они классные, если они у вас есть. Если у вас их нету, это реально печаль. Кулаки, ну кулаки такое себе, значки. Вот чтобы прокачивать нормально прорывы, надо дофига кристаллов красных, дофига значков почета, дофига книг. Либо сидеть фармить, качать героев, ну вы их задолбете, скажем так, качать. Это очень длительное дело, поэтому книги, если видите, копите, собирайте. Потому что очень сложно потом прокачать героя на 20-й прорыв, если у вас нету много книг. У меня их там уже десятки тысяч ушло на прокачку. И мне еще надо столько же для того, чтобы докачать ронинов. У меня основные герои уже прокачаны. Это уже я докачиваю ронинов, чтобы уже посмотреть, сколько силы. Ну, где-то, я думаю, тысяч... 1 100 000 это потолок. И то, я думаю, что вряд ли. Хотя посмотрим. Она уже не так сильно, скажем так, растет. Там уже они 17 уровня. Все там 17, 18, там даже если по 1000, это 1030 максимум, что мы наберем. Так, окей. Поехали, посмотрим, что там мы натащили интересного. Вот. Неплохо тогда прибавилось. Коробочки прибавились, ну, лычки немножко тоже прибавились. 125 героев, ребят, могу качнуть. Обращайтесь, кому надо. Коробок тоже уже немерено стало. Так. Самое основное я хотел посмотреть, это что у меня там по книгам получилось. 1100. Ну, поехали, посмотрим. Ну, героя 3, наверное, качнем. Не более. Я пока их докачиваю, как видите, на 19-й, потому что не хочу на 20-й переводить. На 20-м у меня получится... Они опять же разобьют мои герои, опять придется перелистывать, так хоть более-менее удобно. Но, к сожалению, если потом придется на максимум качать, придется опять привыкать к новой расстановке. Сейчас мы проверим, сколько мы за одного ронина приблизительно получаем. Я этого докачаю. Перевода на 19-й. Так, 785. Добиваем. Вот 31 100. Отлично. Поехали. Семнашки начнем. Ну, в принципе, тут я не думаю, что много будет. Тут только при переходах на следующий левел дают в основном нормально. Видите, плюс 300. Так, и сейчас еще дадут. Ну, вообще фигню дают, по сути. Сто получается 820. Да, 820. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 14, 5, 26, 27, 28, 29, 30, 24, 35, 36, 37, 38. Ну, пусть будет 40 где-то. Это где-то плюс 30 тысяч я подниму на прокачке на этот. Это получается 1 060 000, и там еще на десятку пусть будет даже по 1 500. Где-то 1 070 000, 1 080 000, ребят. Это максимальная сила, которую можно будет поднять. Вот так вот. Это печально, конечно. Я думал, 1,5 миллиона сделаем. Хотя я шучу. Каких 1,5 миллиона, если тут и так уже сила... По сути, с другими топами просто 1,5 раза. Вот так вот.
Все, пишите комменты, лайки, участвуйте в конкурсах. Всем удачи, всем пока.